Для улучшения демографической ситуации в стране президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил установить с 1 января 2018 года ежемесячную денежную выплату на первого ребенка до достижения ребенка 1,5 лет. Размер этого пособия будет исчисляться из величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в каждом субъекте Российской Федерации. По ЭДГЕ сумма этого пособия составит в 2018 году 9 325 рублей. Кроме этого, там еще условие, что эта помощь будет адресная, чтобы оказать в первую очередь помощь тем гражданам, у которых доходы небольшие, то есть малообеспеченным. Для этого будет исчисляться среднедушевой доход семьи, обратившегося, и сумма дохода среднедушевого не должна превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Для Республики Адыгея эта сумма составит 14 755 рублей. То есть каждый член семьи, доход его не должен превышать 14 755 рублей. Сумма средств будет выделяться из федерального бюджета. То есть, таким образом, два главных условия при назначении данной выплаты – это рождение ребенка после 1 января 2018 года и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина.